Приходит женщина к врачу и говорит: «Доктор, замуж вышла, да все у нас с мужем хорошо. Ой, извините за подробности, моюсь по 3 раза в день, а какие-то пятна на внутренних сторонах ляжек темные выскочили. Не знаю, что с этим делать». «Да не расстраивайтесь вы, мадам! Раздевайтесь, давайте посмотрим». Разделась она, лежит, доктор так смотрит. «У-у-у! А случайно муж у вас не цыган?» «Доктор, цыган, конечно. А что такое?» «Так передайте своему мужу, что у него сережки не из чистого золота». Всем приветулечки! Как дела? Как настроение? У меня все хорошо, все прекрасно. Погода замечательна. С утра, конечно, морозец такой был, прям ини. Сейчас плюс 12. Понятно, что не лето, но все равно солнечная погода. Хоть без дождей. Интересно, как у вас дела? Как погодка? Пишите, не стесняйтесь. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.